Вот раз про интернет вы заговорили, я хотел бы узнать, как вы вообще относитесь к тому, что пишут у ваших коллегах, работающих в России. Ну, это же уже мы переходим на политическую немножко тему. Нет, почему? Это имеет отношение, мне кажется, к шоу-бизнесу. Ну, это помню... имеет прежде всего сейчас отношение к политике. Ну, а куда же без нее? Как же? Ну, к сожалению, никуда, вы же являетесь ролевой моделью, то есть на вас очень многие равняются, выстраивают свою карьеру, хотят быть как Надежда. Поэтому ответственности есть какая-то или нет никакой ответственности? Да, то есть они там сами по себе. Не нужно меня смешивать с политикой, с политическими событиями. Я творческий человек, имею полное право заниматься творчеством и, скажем так, общаться непосредственно там со сцены, с людьми, с мирным населением. Я ничего не сказала такого, за что меня можно попытаться оскорбить. Сейчас люди очень обозлены, они крайним делают, кого им просто в голову взбредет. Понимаете? Поэтому люди, которые тебя любят или ненавидят, они будут всегда. Угу. Всегда кто-то найдется, кто скажет, что ты плохой, а кто-то найдется, кто скажет, что он тебя любит. Это правильно, поэтому, да. Тут дело совершенно не в, как бы, и в ситуации в стране, тут дело ситуации в стране в первую очередь. А то, что обо мне кто-то говорил плохо, понимаете, мне, честно говоря, все равно. Я человек, который абсолютно искренне и с душой поет свои песни. Вот. Поэтому тем людям, с которыми я резонирую, те люди мной интересуются. С кем я не резонирую, безусловно, они отзываются так, как обо мне, как им удобно. Из чувства зависти, из чувства внутренней самой агрессии и неудовлетворенности в жизни. Вот и все. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24. Еще хочу обратиться к русским. Очень многие из вас пишут мне о том, как вам стыдно, о том, что вы молитесь за нас, за украинский народ, русские, которые давно уже проснулись, которые давно понимают, что происходит в их стране, и понимают, что происходит в нашей стране, в стране Украины, а у нас война. Спасибо большое за то, что вы нас пытаетесь поддержать. Но тем самым и в вас растет дух. Дух и мужество. И в ближайшие перспективы, и вы выйдете на улицу. Вы выйдете. И вы будете отстаивать свою свободу. И мы, Украина, стали сейчас для многих во всем мире примером. Для тех обезумевших. Я даже не буду приводить пример, что там пишут. Это безумные люди, это психически... психика пошатнулась. Ну, что тут поделать? Такое бывает. Тут нечего доказывать. Нечего совершенно доказывать. Я вам хочу сказать лишь одно, обезумевшие, что зло, оно побеждается. И история это неоднократно доказывала. Зло побеждается. А вы сейчас, на протяжении многих лет, вы это зло поддерживаете. И Украина активно с этим злом борется. А чем бороться со злом? Любовью к своей стране. Пониманием, что такое быть свободным.
что такое желать быть свободным. Украина сейчас очень сильна духом. С Украиной сейчас Бог. Над Украиной все всевозможные силы света. И вы посмотрите. А мы посмотрим, как вы запоете. А вы посмотрите, как побеждает добро, как побеждает любовь, как побеждает свобода и как побеждает Украина. Слава Украине!